Пар — это второй кузнечик. Как и ты, он синтетический гибрид с насекомым. Но я его усовершенствовал. Да, видимо, так и есть. Что ж, давай покажу. Переход. Даже без ветра? Где твой бандонион? Его принесет Карлитос, я не смог. Что смеешься? Просто подумала, что если бы ты стал певцом, то сколотил бы целое состояние. Очень смешно. Теперь твоя очередь петь. О чем ты? Я во всем признался, теперь твой черед. Не могу. Можешь, или это сделаю я. Нет, нет. Да, мы сюда кое-как добрались, чуть не заблудились, да? Вы тупые, что ли? Дорога же прямо перед вами. А интернет для кого придумали? Ты же знаешь, он был еще тем разводилой. Он столько дерьма после себя оставил, и тебя в том числе. При всем уважении, конечно. Когда ты жил с мамой, ты когда-нибудь спрашивал, где твой папа? Спрашивал. И что она сказала? Когда я спросил в первый раз, мама меня побила. Во второй раз мама меня побила. В третий раз мама меня побила. Четвертый раз я не спрашивал, мама меня не побила. Эй, когда ты меня увидел, ты подумал, что я красивый? Уродливый. Я уродливый? Ага. Ты все-таки нашел девушку своей мечты. Да. Вот так сюрприз, Эрик. Что? Ой, нашел. Знаю, все так внезапно, но... Но я обязан ей жизнью. Нужно отпраздновать, позвать гостей. Ты должен официально представить свою избранницу. Успеем подготовиться к вечеру, Грюмус? Да. Если тебе так будет угодно, Эрик.